В Среднем Саче в Черкасской области местные школьники учат английский под музыку с американцем. В Украину барабанщик из Мичигана приехал год назад как волонтер Корпуса мира. Свое любимое хобби Майлз Грин решил адаптировать для работы и создал с учениками рок-группу. Больше расскажут наши корреспонденты. С глотка свежей колодезной воды у американца Майлза Грина начинается каждое утро в украинском селе. В местной школе он учит детей английскому языку, а сам пытается овладеть украинским. Привет! Что робишь? Что вы робите? Идем. Куда? Окей, добре. Удачи. Мне дуже подобається природа. Природа багато. Люди тут мають дуже теплий настрій. И так вони, як моя сім'я зараз. В школу Майлз добирается обычно пешком. Дорога занимает не более 15 минут. Едва увидев американца, местные ребятишки бегут к нему. За год он стал в селе своим. Майлз работает в методическом кабинете, хотя с его приездом комната превратилась в музыкальный репетиционный зал. Парень собрал в школе рок-группу и учит с ребятами англоязычные хиты. В Мичигане Майлз был профессиональным барабанщиком. Рассказывает, идея создать группу у него возникла, когда нашел в школе старую барабанную установку. Спочатку я не хотел в музичный клуб, потому что всю мою жизнь я играл в рок-группу, и я хотел другие проекты для учнів. Старый барабан там, и мой вариант вав, и учні сказали мне, мы дуже хочу дивитися на барабані. Круто, я можу. Для создания школьной рок-группы Майлзу не хватило инструментов. На помощь пришли друзья и родные из Мичигана. Помог и Корпус мира. Мне понравилось. Окей, гитара, давай грать. Майлз, як грать? А я не знаю, бо Майлз тоже на вас гитаре не вміє грать. Ну, давай включать интернет, весь интернет, як воно грається. Ну, нормально. Не скажу, что дуже гарно граю, но я стараюсь. Свой первый концерт школьники дали во время последнего звонка, а назвали группу «I don't know». Очень рады таким изменениям и учителя. Тут багато плюсів, що вони більш стали згуртованіші. Ну, і літом він проводив, і з молоддю він у нас працює літом, і з молоддю. Більш молодь тянеться теж до його. В Україні Майлз пробудет ще год, а потім вернеться в Мічиган. І ученики, і учителя говорять об этом з грустю. Отпускати свого американця вони не хочуть. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал Інтер, Черкаська область.